Сегодня Центральная избирательная комиссия республики зарегистрировала еще 3 кандидатов на должность главы Чувашии. Это Николай Степанов от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость. Члены комиссии нарушений в поданных им документах не нашли. Благополучно прошел регистрацию и Александр Андреев от КПРФ. Хотя ему пришлось поволноваться. При проверке подписей 2 были продублированы. Это выяснили эксперты. Подписи 2 уровней. Первый уровень, второй уровень. Первый уровень – это подписи районов. Депутатов районных, потом собраний и городов. Второй уровень – это подписи сельских поселений и городских поселений. Вот. И представьте, у нас максимальное количество 57 – это подписи первого уровня. И одна подпись из этого перечня у меня получается недействительная, потому что один из этих депутатов поставил ранее подписи за другого кандидата на пост главы Чувашской республики. У меня, получается, таким образом осталось 56. Если бы у меня их осталось 54, минимальное количество, допустимо, 55, да, то меня бы сегодня не зарегистрировали. И понимаете, вот что интересно, мы не можем проверить эту информацию. И нет никаких реестров. Я сам и наша партия считает, что муниципальный фильтр должен быть отменен. Еще один кандидат Константин Степанов от ЛДПР на процедуре регистрации не смог присутствовать по уважительной причине. Удостоверение он сможет забрать в ЦИКе. Интриги никакой не произошло. Все 3 кандидата, которые сегодня были в повестке дня, зарегистрированы. То есть всего у нас зарегистрированных кандидатов стало 4. Кампания еще продолжается. У нас еще не все кандидаты прошли период регистрации. Вот. Но на данный момент 7 кандидатам, которые выдвинулись, уже отказано в регистрации. Причем 6 из них получили официальный отказ. 1 сам отказался от дальнейшего продолжения борьбы. С чем это все связано? Это связано с тем, что они не сумели собрать необходимое количество документов, которые по закону должны были представить для своей регистрации. Уже завтра станет известен окончательный список претендентов на пост главы Чувашии. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика.